Ну, а с сегодняшнего дня в Сирии начинает действовать режим перемирия. Это стало возможным после соглашения, которого достигли главы МИД США и России. С сегодняшнего дня Алеппо – это разоруженная территория. Это район, граничащий с Турцией. С молчаливого согласия президента Эрдогана через провинцию проходили поставки оружия и боеприпасов для террористов. Сейчас боевики вытеснены из пригородов Алеппо, заводы и дома освобождены, и люди начинают возвращаться в провинцию. Пригороды Алеппо скорее напоминают руины после тех тяжелейших испытаний, которые пережил город. Жилые кварталы предстоит, конечно, еще долго восстанавливать. Под властью боевиков были и заводы. Например, в здании швейной фабрики террористы наладили производство самодельной взрывчатки. Но сейчас в районе в этом безопасно, и скоро там начнутся восстановительные работы.